Значит, всем привет. Подсел я тут на новое интересное инфо, куча информации, но пока не все есть, поэтому пока покажу, как бы, что имеется и что вообще планируется. Короче, планирую сделать, сейчас у меня таких два проекта, не знаю, параллельных, не параллельных. Вот, один из них сделать маленький станочек ЧПУ гравировальный. Значит, из того, что есть вообще сейчас на данный момент, вот такие имеются у меня винты. Значит, резьба на них необычная, идет трапеция. Вот, все это можно заказать в Китае и привезти. Ссылки, конечно же, если проект будет вообще удаваться, кому-то будет интересно, я посбрасываю. Вот такая второпластовая гайка. Вот, биение фактически отсутствует. Ну и шаг, соответственно. Ну и плюс трапеция еще передает, значит, больше момент. Вот, имеется такой вал. Значит, имеется к нему такая вот муфта переходная. То есть, тут, конечно, надо будет дорабатывать, рассверлю. Потому что он рассчитан на восьмерку, вал у меня десятка. Значит, такая вот муфта. Ну вот, она играющая. Вот можно увидеть. Вот я ее сжимаю. То есть она играет и убирает смещение оси. То есть косяк смещения осей соосности. Вот. Соответственно, здесь имеет на входе 6 мм с копеечкой. Здесь 8. У меня же вал 10. И что еще хуже, имею на данный момент вот такой движок. Увы. С ним тоже не все так просто. Значит, приобрел я его, и оказалось, что вал у него пятерка. Это шаговый электродвигатель. Значит, тут его марочка указана. В общем, в процессе будем разбираться. Вкратце расскажу, что такое шаговый электродвигатель, чтобы вообще как бы понимали. То есть это не обычный двигатель, это не такой двигатель постоянного тока, как, ну, многие могут подумать. Он вот, когда его вкрутишь, он вращается с реальными рывками. Точность его установки 1.8 градуса, то есть 200 шагов на один круг точность. И эту точность еще можно увеличивать еще вдвое. Называется это полушагом, режим полушага. Ну это как бы еще пока жидко все рассказывать. Значит, к валу у меня еще имеются вот такие вот подшипнички. Суть в чем? Значит, по краям вала они вешаются, тоже зажимаются винтиками. То есть там вот есть такие шестигранички. Раз, второй здесь. Ну и, соответственно, через муфту вот так это все выглядит. Ставится электродвигатель. Это у нас, грубо говоря, одна ось. Червячная, грубо говоря, передача. Точнее, передача винт-гайка. Современные, они вообще есть шариковые, но это как бы все дорого. И я пока как бы решил сделать пробный проект, потому что неизвестно, что с этого выйдет. Потому что не все так просто. Вот этим электродвигателем даже управлять, это вообще совсем не просто. Пока из того, что у меня есть, это все, ну, почти все. Есть еще такие вот валы. То есть мало того, что у меня есть винт, еще должно быть как минимум две направляющие по бокам. Так вот, почему еще это рано показывать? У меня еще пока нету кареток самих. Надеюсь, что в течение недели они придут. Ну и плюс что-то доделаю, буду тогда в следующем видео показывать. В общем, кому интересно, наблюдайте за проектом. Вот. Какие перспективы? Перспективы такие, что можно сделать маленький. То есть вот это его будет ширина. Это порядка где-то 40 сантиметров. И винт у меня еще есть 50. То есть даже 60, по-моему, сантиметров, 600 миллиметров. 50 на 60 рабочий стол. Перспективы какие? Можно будет на этом станочке как гравировать, так и какие-то мелкие фрезерные работы выполнять довольно точные. Вот. Что еще?
Что еще? Можно со временем посадить будет лазер. Опять же, его надо будет притаскивать с Китая, он как бы тоже не дешевое удовольствие. Лазер и как бы заниматься гравировкой уже лазерной. Ну это так. Перспективы еще до них, то сначала надо это все собрать, посмотреть, что с этого выйдет. Короче, если кому что интересно, смотрите. Вкратце, что вообще еще как минимум надо? На как минимум надо собрать три таких оси. Ось Y, значит, X, Y, Z. Вот, что еще надо? Для двигателя надо драйвера. Едут с Китая еще. Проект долгий, сразу говорю, то есть еще неизвестно, когда будет. Мало того, что к драйверам еще надо или, значит, пользуясь платой Arduino, это все подключать, либо напрямую к компьютеру. Еще не решился. Тут вопрос как бы заточки программ. Вот. Ну, в общем, кому интересно, лайкуем, ждем, что получится. Смотрим.